Кросс-нации – это не просто забег, а настоящий всероссийский праздник, который объединяет миллионы людей по всей стране. Ежегодно в сентябре россияне выходят на старт, чтобы показать свои силы, выносливость и любовь к спорту. Но перед тем, как окунуться в эту спортивную феерию, стоит поучаствовать в декаде бега. Это отличная возможность подготовиться к кроссу нации и получить заряд позитивной энергии. Не за горами кросс-нации – забег, в котором каждый может проявить свои спортивные таланты, активно отдохнуть с семьей и друзьями и стать участником соревнований общероссийского уровня. Уже несколько дней идет активная подготовка в виде декады бега под лозунгом «Беги за свой город». Это масштабное мероприятие проходит на базе «Айсберг», и на днях в нем приняли участие студенты Новоуральского колледжа. Здесь состоится мероприятие Новоуральского технологического колледжа. Они примут также участие в декаде бега и попутно выполнят нормативы ГТО по бегу. Чтобы принять участие в декаде бега, можно заполнить карточку участника на спортивной базе «Айсберга», оставить ее в специальном ящике и пробежаться дистанцию. Марш! Трое! Золотое правило физкультуры гласит, что перед любыми серьезными соревнованиями нужно хорошенько размяться. Вот и студенты первых курсов НТК решили подготовиться к кроссу нации. Они не только поучаствовали в декаде бега, но и сдали экзамен по нормам ГТО в дисциплине бег на дистанцию 100 метров. Помимо этого, каждый участник пришел, чтобы добиться своих результатов. Я пришла сюда, потому что хочу поддерживать свое тело здоровым. И еще мы здесь сдаем нормы ГТО. Я пришла сюда, потому что я за здоровый образ жизни, я не пью, не курю и стараюсь всячески развиваться. Я занимаюсь в качалке, но поскольку не успел, сегодня вот буду бегать, качать ноги. Я пришла сюда, чтобы доказать всем, что я лучше всех сдам нормы ГТО. Декада бега – это не только про спорт. Такие забеги позволяют оценить как свою физическую подготовку, так и сплотиться с коллективом. Ведь каждый год в забегах принимает участие большое количество людей. Это сплочение ребят, это вообще общая физическая подготовка проверяется. То есть очень много аспектов затрагиваются такие мероприятия. Такие мероприятия, безусловно, помогают участникам достичь успехов в области здоровья и спорта. Но самое приятное, что в них могут принимать участие люди с разной физической подготовкой. Светлана Светличная, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.